Эксперт 200 Казахстан, что в Астане, это очередная площадка по обсуждению проблем казахского бизнеса. Диалог между властью и предпринимателями не получается. Больше всех тут качает права сельхозпроизводители. Глава правительства грозит долгожданным вступлением в ВТО и исподволь большим соседам. Мы на пороге вступления в ВТО. Почти 10-летний переговорный процесс завершается. И я думаю, что этот процесс уже не остановить. И основной наш партнер по таможенному союзу, Российская Федерация, активно вместе с нами двигается. Недалек тот день, когда Казахстан реально, де-факто, вступит в ВТО. Это означает, наши потребители будут иметь достаточно качественный продукт. И в этих условиях, насколько наши предприятия и новые производства, новые сектора будут конкурентоспособны. Ответное слово бизнеса премьера на форуме уже не застает. Не премьерское это дело общество слушать. Шквал критики на себя принимают клерки уровнем пониже. Тут тебе все. От цен на ГСМ до кредитов на развитие. Получается как-то по-советски. Собрание и отклики трудящихся. Я вам просто откровенно скажу, когда комиссия принимает, допустим, во всех 300 крестьянских хозяйств в районе, это выделяется пол кабинета, где два шкафа забивается просто макулатурой. Никому не нужно. А когда я начинал, весь мир приезжал смотреть на мое хозяйство. 200 коров было, что это было, куда это делись? Потому что государство отнимулось от нас. Реально. На данный момент мы не конкурентоспособны. Чиновники жалобы принимают почти с нескрываемым равнодушием. В итоге валят все на кривые руки производителей, кризис, отсутствие денег и, самое главное, менеджмента. Что вы предпочтите? Раздать по 100 тенге пятерым своим детям? Или сказать, вот самому младшему или самому любимому двоим я дам по 250, остальные, извините, вот вам не досталось? О плачевном состоянии отечественного бизнеса в кулуарах говорят эксперты. Они зависят от объема поддержки, от объема доступности кредитов, от степени доступности кредитов и от того, насколько государство помогает нашим компаниям то есть здесь подняться и потом выйти на экспорт. Итог этого экономического форума кажется очевиден. Первый – госсектор не хочет, второй – частный из-за этого не может. Между тем, ситуация революционная. ВТО, возможно, покажет ту самую Кузькину мать, которую грозились показать Западу советские вожди.